Всем фарфор, мои хорошие. Сегодня мы продолжаем игрушечку How to Survive 2. Наливайте чаёк, кофеёк, берите вкусняшки. Всем хорошего просмотра. Погнали. Что, я Добрый. Беру следующую миссию? Давай. Комната безопасности. Ой, блин. С этого момента нам стоит признать правду выжившей. Нью-Ковак Сити не растет теми темпами, какими мне бы хотелось. Пошел ты нафиг! Наш голос должен звучать громче и нестись дальше. И кажется, я знаю, как это... Спасибо. Да, у нас тут есть. Friendly Fire. Отключи его нафиг. Это уже потом. Так. И кажется, я знаю, как это можно сделать. Прогуливаясь по городу несколько дней назад, я обнаружил здание, в котором не так легко попасть. Похоже, что человек, занявший его, заперся основательно и запасся нехилым количеством ресурсов, которые бы нам очень пригодились. Проблема в том, что этот болван выпал с балкона, когда отстреливал зараженных на улице. Болван. Неуклюжий! И это же, эти же зараженные в ответ устроили ему очень теплый прием. Обнимашки. Ага. Вам предстоит обнаружить этого бедолагу и найти в его карманах ключ для входа в здание. Так, уровень квеста какой ставить? Максимальный. 15. Ок. Отправиться на задание. Ага. Неуклюжий человек, ну что с этим поделаешь? Он может быть еще и большой комплекции. Тогда будет намного все понятней. Почему человек выпал, не удержался. Да. Или просто дождик был, подскользнулся. Да. Че вот сразу это? Они шопают. Хе-хе-хе. А, ты это? Да. Хрена себе. Там собаки или кто-то, короче, какая-то хрень. Да, они шопают. А? Не, мы оба умерли. Короче, я дохну. И становлюсь. Бей их, бей их. Понятно, теперь я умираю. Отличное начало квеста. Да. Хорошая выживалка начинается с того, что ты умираешь. Ну, пример того, давай ползи бегать. А где ты? Я не вижу. А мне бежишь, блин. Собака. На тебе. Так. Я думаю, я тебя успею резнуть. А я уже это... Когда ты второй раз тоже лег, я тоже решила прилечь. Это жесть. Бегу. Да не, просто не надо. Ну, давайте подходить к тебе. И все. Мне точно, в общем. Твою ж налево отверт. У тебя есть отверт? Отвертка есть вроде. Отвертки, нам нужны отвертки. Чё вскрывать? А, блин, вот капот. Вот это долбанный. А, ты что делаешь? Да, у меня есть отвертка. Я долбанул с приклада. Все. Разводной ключ. Большой двигатель. А, так. Блин. А, блин. Хе-хе-хе, не успел. Ай-ай-ай-ай-ай, подожди ты, блин, я в этот... Ой, сейчас меня уронит. Меня уже уронит. Это тебя этот бил, зараза. Ладно, давай я, или ты. Да, я уже... А, ладно. Ау. Вот же ж гады! Чё, их так много?
А, на дополнительное задание выполнили. Ага. А я сейчас уже умру. Умерла? Да. Бегово. Там мои вилы случайно не собрал? Я не трогаю. Я вот тебе отправляю. Так, где мои вилы? Чуваки, куда дели мои вилы? Они сожрали мои вилы! Я реально найти не могу. Ну ладно, одни так ладно. Думаю, одни не страшно. На тебе, по мордасям. Собака такой. Я пульпу собрал, уже нету. А, блин, вот. Мне парочку мин, о, Собакевич и Собак, осторожно. Я в нее, блин, хотел этот, а она пробежала мимо. Не попала я в нее. Блин, слушай, выруби нафиг этот самый... Кого? Френдлив. Я бы тебе сейчас чуть хедшот не зарядил. А, ну сейчас закончим тогда. Ой-ой-ой. А еще у меня нет с собой ни одной чертовой личинки даже. Я тебе сейчас дам. У меня чё? Есть. Этот зомби сейчас сделал. Да. О, у меня как раз 50% воды и бутылка воды. Mm-hmm. Ой, так, блин. Где ты? Ай-яй-яй-яй-яй, шотнул. Или нет, нет, не шотнул. Тебе бегу. А, у тебя такой же. Подожди, где-то сзади был один такой. Да. Сараза, все-таки умерла. А, тебя тоже уронили. Да. Ладно, я тут... Я умерла. Ладно, спи, минус 30% уже, классно. Да еще ну, темно, все, блин, ни хрена не видно. Почему это темная миссия, вообще непонятно. Ну, потому что вот так вот решили разработать. А, чё? Да, чё? Блин, я вроде нажала воскреснуть. Поднимешь? А слушай, у тебя походу баг был, потому что ты там с ними дрался. Ага, я знаю, потому что я воскрес, и меня какой-то, блин, невидимый призрак шотнул. Так, а ты у меня, я еще там находилась, ты у меня находился там. Они тебя били. Ну, они меня били, потом я умер, потом я стал два придурка этих самых ночных. Бей его, бей его. Бей его! Бей его! Бей, гада! Да ты... Тебя, блин. Не прицеливай ничего. Ай-яй-яй, сзади. На тебе, гад. Что-то прицеливание... Так, подожди, долго. Давай никуда не уходи. Friendly Fire надо выключить. Его интересно, через что? Его через самое... Управление общиной, которое на тильду. Вот именно, что я сейчас не смогу это сделать. Так, подожди, подожди, да я тебе лечилок дам. И сама подлечусь. Так. На тебе половину. Ни хрена себе. Да, я наделала. Да. Я помню, как я в одной миссии из последних спустил, по-моему, 40 лечилок. За одну миссию. Да уж.
Тут, по-моему, примерно столько же, наверное, это. Так, помогай. Сзади, сзади. Я разберусь с ним. Дал стычок, ты куда там пошел? Ой, ёп. Чё там, кто там? Бегун был, блин. Ей! Не успел. Да уйди от меня, гад. И ты тоже. Ай! Это может быть ты меня, это, кстати, задел. Возможно, я там просто зашел чуть-чуть. Давай это. Поднимай меня. Так, жди, я теперь отхилюсь, а то, блин, это. КПшки нет. У тебя патронов случайно нету 8-миллиметровых? Нет. Фигово. У меня осталось 48. Чтоб понятно было, я зашел сюда и не 180. Лутай их. Я вот лутаю этот. Конюху как раз лутаю. О, стальные болты. Нашла. Какая ты еще какую-то штуку нашла? Вот из этих гадов должен быть. Именно что на парковке должен быть ключ. А, подожди, может быть я как раз сейчас я что-то подняла, но не поняла, что я подняла. А ну посмотри, может. Так, разводной ключ не то. Там что-то должен быть ключ от комнаты безопасности или так? Ключ охранника. А, да, оно. Нашёл. Ау. Не, идти в мили вообще не вариант для меня. Сейчас попробую поднять. Ай, да уйдите вы. Да, вилами их хренач, мне еще 2/3. Так, у меня половина. А, молочи! На одну тычку как раз было, блин. Ага. Веселая миссия. Это уже про это самое. У меня, по-моему, 30% было. Ну, сейчас, если не успеешь, то будет 40. Так, блин. Да, ты не успеешь. А, там эти подбежали, противные. Прыгуны, бегуны, как они правильно. Так, слушай, а чё мне... А, у меня есть персонаж, говорит, хочу. А, нашёл бомжа, это... Ау. Блин. Я совсем забыл все эти самые схемы движения, когда с этими гадами дерешься. Чуть пустая банка. Так, ты туда же побежал или куда? Да, я туда же побежал. Угу. Я хочу домиков просто повалить. У меня 18 патронов еще. Так что это 9. 13. 12. Казалось, что сзади кто-то. Зомби был. Открывай, короче, там комната. Аккуратно. Пойдем открывать комнату и, короче, сваливаем отсюда. Сейчас я зомбиков чуть тут. Все, залутала. Что могла. Так, комната. А где комната? Вот у меня, где я. А где ты? Я куда-то забежала, не по... А, во, все. Не туда забежала. Здравствуйте. Дверь прикроем, чтобы они не смогли нам тут
Да, потому что они пытаются зайти. Да. О, ни хрена я тут нашла, чё? Какая-то штучка интересная. Как называется? О, взломай сейчас. Подожди, взломаю, смотрю. А у меня тут тоже наверху сундук. Черный порох, витамины, круто. Ну, черный порох это хорошо, это то, что надо. Вот тут вот на втором этаже взломают. Сундучанский. Ничего интересного там не было. Алюминий и этот... Стальной... Да, что это было? Стальной клапан я нашла. Ага. Ну все, я возвращаюсь в лагерь, короче. Так, сейчас я тоже... Все равно 34 тысячи экспы. Неплохо. Так, ладно. Так, и Friendly Fire надо убрать. Да. Потому что если я зажму, я по тебе легко и просто попаду. Так, управление общиной. Где-то там должно быть. Я так уже не скажу. Автомат стандарт. А управление лагерем может? Дружественный огонь, вот, на 0, да, наверное, ставить тогда его? Да. Он на 55 стоял. Хрена себе, какого черта. Не знаю, так, болтаем с Ковоком. Посмотрите только, вы так много нашли, что вам пора открывать собственный магазин, ха-ха. Не принимайте всерьез, конечно же, мы союзники. Вы же не собирались продавать что-то из того, что нашли. Я обязан был спросить. А вдруг собирались? Но мы тебе об этом не скажем. В последнее время творится много подозрительного. Впрочем, вы меня понимаете. Нет, не понимаю. Так, алюминиевые банки. А, да, молодец. Ты свои патроны забрал? Да. Я сейчас все оставшееся лутаю. Ага, отлично. У меня уже привычка. Так, давайте, наверное, сразу прокачаем все, что сможем. Ага. Так, что, в лагерь или еще берем задание? Ну, я бы в лагерь сходил, потому что мне надо патронов наделать. Кстати, я чуть пороха нашла. Так, ты больше, пожалуйста, сундук не удаляй со всем содержимым. Я тут сейчас ресурсы чуть подлутала, ну, когда вот этот скрин заходила делать, чуть подлутала, сейчас закину. Да. Ну слушай, ничего обещать не могу. Не хочу и не буду. Тем не менее, постарайся этого не делать. Ну ладно. Так, цех. Мне надо получить, блин, прицел. Так, два черных пороха. Крышка двигателя. А для чего нам, интересно, крышка двигателя нужна будет? Плавить потом можно. Я думала, мы что-то будем строить. Стальной клапан. Эти штуки хранения потом на будущее нужны. Ну, не удаляй сундук. Уже удалил. Что могу тебе сказать? Не удаляй сундук. А, ну, так, да. Так, я пойду здесь рядышком полутаюсь. Пока ты там занимаешься. Да я ничего особо не делаю. Ну, тебе же надо этот.
Мне надо свинцовое поле сделать. Заяц, 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 заяц! На тебе, на тебе, на тебе! Плохой заяц. Еще один? Для этого мне нужен литейный. У нас есть литейный или нет? У нас есть литейный. Да, ведь? Какой ты... Литейная вроде была. Так, подожди. Серебряные пули? В смысле? Это да. Как? Я где-то здесь это серебряные пули нашла. Они в зайцах. А, да? Интересно. Да. А с медведей лутаются остальные. По 50 штук. Я таким макаром себе несколько тысяч стальных пуль надыбал. Так, а где, блин, у нас плавильник-то? Плавильник нет? Плавильник нету. Не знаю. Я ничего не знаю. Плавильник я вот точно не ломал. Пофигово. Литейная. Чё нам надо для тебя? О, твою ж налево. Так, опять ночь. Ну чё так ночь-то быстро наступает? Короче, нам нужны гвозди. Там чуть-чуть есть. Булыжники, ну не хватает. Не хватает. Хе-хе. Так, где нам взяли гвозди? Гвозди, листы металла нужны. Он страшный. А, разводной ключ нам с собой надо? Нет, пусть лежит. Я просто, ну, чтобы выложить, если он не надо. Не-не-не, пусть он будет в сундуке, он так используется. Так, значит, мне надо еще 4 гвоздя, 4 булыжника, 1 доска и 4 листа металла. Либо пошли добывать, либо это. Пошли добывать. Потому что безлитейный и не особо-то... Да... Как мышка-то вышла из-под контроля? Меняю. Хотя с другой стороны, мне интересно, появился ли у нас один момент. Так. Г-г-г. Спрятались от них. От этих засранцев. Фаршированный дурак. Давай. Что, не появились твои патроны? Слушай, можем, конечно, пойти выполнить фаршированный дурак. Это будет охренительно весело. Давай. Попробуем. Давай, начинай только уровень 5. Ставь 15. На помощь, помогите, кто-нибудь меня слышит. Ради бога, ответьте. Эта дверь долго не продержится. Помогите, на помощь. О, господи, там кто-то есть. Идите сюда быстрее, умоляю вас. Эти индюшки проберутся внутрь. Индюшки? Я убоюсь в каком-то хижине на севере леса Белькомб. А, но эта местность полностью заражена и монстрами. А, их тут десятки, может и больше. Я вас вознагражу. Вам не придется идти сюда за просто так. Но умоляю, поторопитесь. О нет, дверь вот-вот сорвется с петель. Нет! Так, понизить не дает, понизить. Десятый только. Фигово. Ну-ка, я сейчас попробую. Фаршированный дурак. Да, ну тогда начинаем на десятом. Кажется, моя. Вот сейчас, короче, будет. Да.
Тири-тири-тири. Так, только сейчас микрофон вырублю, если ты пошаришь. Большое сырое яйцо можно взять? Мне интересно, не сожрут? Вроде нет. Не сожрали. Селитра. Уху! Так, я, по-моему, это зря сделала. Ну нахер. Так. Еда? Это же еда, наверное, да? Так, вроде справилась. Я думала, все, мне капец. Дальше я не пойду одна. Все, присоединяюсь к тебе. Я тут, я тут чуть уже не померла. А, там помереть это расплюнуть, поверь мне. Мы это делаем не ради опыта. Я тут индюшек уже чуть. Я вижу. Ну, в общем-то, их там впереди гораздо больше. Так, ты мои эти забрал, вилы. Да, я знаю. Я эти их выдам. Две штуки. Да. Именно. Отдать. Ничего себе, две штуки. Тут я тебе советую переключиться на что-то с АУЕ-контролем. Потому что их тут... Да, ой-ой-ой-ой-ой! Ну, у меня, кроме вилл и этого, в принципе, ничего нет. Так что мне не на что больше переключаться. Да ты не сдохла, что ли? А сколько их здесь вообще? Штук 150, наверное, может 200. Жесть. Да? Мы да. Убили всего 18 из 100. 100 это для квеста, наверное? Да. То есть там больше намного. Ой, блевучка какая-то. А, это пеликан. Да, я принял. Сука. Горе. Сейчас взорвется. Взорвется у меня. Так зафига чувствую. Я же говорю, взорвется. О, после того, как ты ему продамажила, да, он взорвался. Винить. Не, ну я же не соврала. Я и не говорю, что ты соврала. Сыра валяется. Найти большой сырой... А, нам сырые яйца-то и надо было искать. Я две штуки уже нашла. А, кстати, я больше и не видела. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тут пока-то. Что-то вас много, и у меня тупит. Все перефигачили всех. Это еще не все. Да я понимаю, что это не все. Ты еще босса местного не видела. Серьезно, тут еще и босс есть. Да. Представь себе индюшку размером с медведя. Да, это босс. Ой-ой-ой. Нет, я не шучу.
Я понимаю, сейчас... что ты не шутишь, блин. Слушай, ну мы этих... А, мы пропустили, нам же еще яйца собирать надо. Ага. Ай, черт возьми, да. Я вообще все позабывал. Так мы с тобой давно не играли, блин. Я, ну, сам, я да. Сама подзабывала все. А тут яйцо где-то. Да. А стирали еще весело. То есть как бы в соло, как ты видела, с механиком разобраться вообще не проблема. О, нашла. Вот здесь. Да. Было. Было. Ой, я еще два вижу. Там три даже их. Вот в ту сторону бежать. Да. 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 И нам это надо сделать, потому что мы тогда дополнительные награды получим. Угу, все, я собрала. О, семь штук у нас уже собрано. Три. Так. Ползай мою задницу. Ой-ой-ой. Я тоже тебя буду смотреть на чипку. Все, лечись. Я пол хп еще. Обожаю эти ножи, они, блин, офигели в краудконтроле. О, с кого-то этот, индейка была. Где? Вот где-то здесь. Да, знаю. По-моему, это логично, что с индейки падает сырая индейка, хоть она и зомби. Ну, не со всех индейк падает сырая индейка. Вот что нелогично. Ну, да. Ну, почему? На самом-то деле это логично, потому что в зависимости от того, насколько давно они зомби, как ты понимаешь, да, мясо, оно имеет свойство портиться, и как бы ты не захочешь есть полностью сырое или сгнившее мясо, так? Ну да. Соответственно, если у тебя, условно говоря, индейка стала неделю назад зомби, это одно. А если она уже пару месяцев, то там и как бы есть-то нечего. Так что это логично. Палочка, по-моему, палочка. Палочку забираем, палочка надо будет. Так, у нас уже 62 из 100. И мы не прошли даже половину карты. Ну, главное еще тут выжить в беде. А, выживший в беде, то есть. А там не будет никого выжившего, там... Сожрали его, да? Да. Чувак хотел позавтракать индейкой, и индейка позавтракала чуваком. В итоге... Да, вот, любят индейцы на это, ой, американцы на это Thanksgiving у них, да, есть вот эта вот штука, день благодарения. Вот они поэтому индейки разводят. А вот потом уже пока здесь случится и... Отойди, ты... Во, круто, молодец, сделал то, что я хотел сделать. Ой, там опять эта блевушка. Да вы прекратитесь, нет? Нет. Зайди, я тебе говорю, а, походим. Это нет. А зато отсюда можно так хорошо фармить перья. А нам перья для чего нужны будут? А, стрел. Болты. А. Я злый день. Злыди нет, когда ты забегаешь в толпу зомби, ставишь под себя мину и подрываешься вместе с ними. Ну, у нас пока мин нет. Как могу, так и это... Злыдничаю. Угу. Три штуки. Все за мной! А чё это? Мёдом намазано? На лесу хвостик щипать.
Почему две на меня переключились? Так в итоге потом, да. Ну чё? Блин, это как было в каком-то фильме. Ну типа, чувак такой, да я лев, да я полезу на тебя, даже будь ты тунцом в океане. Ты полезешь, лев, в океане на 300-килограммового тунца в окружении десятка его товарищей? Да вы потом видите, мы там, блин, начнем охотиться на львов. Такая же фигня. За бонус они почти урон не наносят. Их тут много, и перьев много. Ну да. Слушай, мы 92 уже взвалили. 92. И это 12 яиц нашли, кстати. Ага. Ну ладно, еще до последней зоны, где основная масса и еще до тебя. Ой-ой-ой, ай-яй-яй. Вас что-то много? Чуваки, выпустите меня, там этот еще идет. Да ты прикалываешься, блин. Овца ты тупая. Я сдох. Да, очень хорошо, потому что я тут почти тоже сдохла. Я замочу сейчас штук 8 недель, как минимум. Так, отдай мои эти. Сейчас бегу. Так, ты еще живой? Да. Поднимаю. Ага, спасибо. Все, у меня просто вообще даже еда закончилась, мне кажется, и лечилки тоже закончились. А. Сейчас я посмотрю, я, может, сколько-то лечилок сделать могу. Так, прикрывай. 4 штуки, 5 могу сделать, да? Сейчас передам. Угу. Да, там будет впереди какая-то миссия, на которой можно по 25 лечебных растений фармить. О, отлично, потому что у меня не так много лечилок осталось. С индюшками, кстати, все. Да. Угу. Осталось яйца сырые собрать. Так вот. Как бы по квесту с ними все. Их там еще впереди. Ё-моё. Подожди, не лезь, я тут соберу... А, тут собирать нечего. Так, подожди, нет, есть. А я как бы и не лезу, это она сама откуда-то прибежала, какого-то хрена. Бегу. Так, подожди, кто где что? Надо по максимуму все-таки здоровье держать. А то в какой-нибудь момент прибежит какая-нибудь гадина. Да. Так, сейчас аккуратнее, я этого хочу сдалека... А, ясно. Я хотел забайтить тех, чтобы тихенький подорвать тут. Так, да давай ты меня не ножи, блин. Я почти развалил. Ножи, у них просто прикол в том, что они серьезно почти на 360 градусов могут атаковать вокруг. А-а-а. Чё, офигеть, блин? То есть у них краудконтроль вот как раз офигительный. Видишь? Я наношу урон даже тем, кто сзади меня. Ну, у меня чуть массовый урон, конечно, есть, но это не такой, как у тебя. Ну вот. Я их поэтому-то, в принципе, и взял. Потом мне надо будет все крюки выформить. Джуанчжоу, Хуанчжоу, что-то такое. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Бегут! Не добил вот этого зомби. Я видел, просто вроде ты в его сторону пошел, я поэтому думаю, ладно, не буду добивать. Так, там... О, да... свинцовый патрон 8 миллиметров. Охренеть этот... Площадь тут.
Слушай, там последние из квестов, там вообще по миссии можно бродить, наверное, час реального времени. Если вот все изучать. Так, чё это задание дня? А, огромное... Ой, я к тебе иду. Ага, сработал мой план. Дайте все перья. Все, что у вас есть, все дайте. Ау. Мне так нравится, как они это падают. Ой, там такой звук неприятный. Ага, это большой ник, скорее всего. Хочешь приведу? Сейчас, подожди. Ты что, нам сначала на тесто разобраться? Тут сначала надо с этими уродцами. Ай. Взрывай. Молодец. Ну, в смысле это, я ему говорю, взрывай зомбика, и он это сделал. Махнут, подвигай. Так, ну, у нас не все эти собраны, кстати. Мы где-то пропустили, сейчас. Не-не-не, там вот справа от нас, там еще такая территория. Все, я нашла, еще один. Нет, ты не парься, там еще этих есть штук 5. Да нам 2 осталось. Я знаю. Ну и вообще штук 5. Так, сейчас я... Давай так. Я буду приводить зомби. Вот этих вот индейк. А что там? Их убивать будет. Надо посмотреть, все ли я тут не все собрала. Скорее всего, правда. Я successfully завалил еще толпу индейки. Ай, на меня большая индейка. Я сагрила ее. Фига, земля трясется из-за нее. Я тебе говорю, она размером с медведя долбан. Так, подожди. Я попытаюсь заскринить. О. Хоть какой-то скрин, но получился. Ну давай, я от нее пока бегаю, то скрини, если надо. Чтобы 10 раз потом не заходить, блин. Ай-яй-яй. Ай, нет. Курица, отстань. Меня убил. Но я ее завалил. Хотя индейка жрет. А. Я? Все, это я просто не увидел, что тебя это уронили. Да, у меня здоровье было, наверное, 2%. Пока я эту тварь не завалил. После чего из-под нее вылезла мелкая индейка такая, хопа-хопа-хопа. Их там так, еще, короче, дофига. Сейчас, подожди, я ее попытаюсь вот так еще заскринить. Я просто не знаю, что получилось в предыдущем. Так, надо полечиться, кстати. А у меня уже нечем. У меня там тоже, я не знаю сколько. Короче, не так много осталось, в принципе. О, пеликан. Так, ежевика. Что, что, неплохо-то? Да ну давай. Так, я пока тут все агрю на себя. Я тут пеликана пытаюсь убить. Мы тут с ним не можем никак это... Слышь ты, дядь. Договориться? Да. Фигово. Слишком поздно, не осталось ни крошки съесть или выбор был нелегким. Интересно, они предварительно нафаршировали его? Хотя нет, лучше об этом не думать. Ага. Блин, и взять-то тут нечего. Да. Писялька! О, мы все сделали. Мы все сделали, мы красавчики. Да. Даже так. Экспу не потеряли. А эти яички можно будет готовить? Да.
О, круто. Но я их пока бы не тратил, потому что они там дальше идут на офигительные блюда, типа большой шоколадный торт. Окей, я просто говорю, что мы их не зря собирали. Нет, конечно, не зря. Тут нет такого, что не используется. То есть те же самые клапана на 30-х уровнях, они, например, используются на улучшение зданий. Мы все сделали. Правда... А, нет, мы в этой миссии не умерли. Нет, мы не умерли. Так, что? Она была 10 уровня, а не 15. Так, все, пока нам больше ничего не доступно. А на этом мы заканчиваем нашу серию. Надеюсь, она вам понравилась. Как обычно, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте ваши комментарии. Не забывайте про колокольчик. Подписывайтесь на наши соцсети. Ссылочки все в описании. Всем фарфыр и до новых встреч в новых роликах. Пока-пока.